Сегодня в меню медовый грог. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Корица – 1 штука. Лимон – 0,25 штуки. Ром – 150 мл. Вода горячая – 600 мл. Чай черный – 2-3 столовых ложек. Мед цветочный – 3 столовые ложки. Чтобы мед не утратил свои полезные свойства, его нужно вмешивать в жидкость не выше 35-40 градусов. Но если вы любите пить грог, обжигающий горячим, то добавьте сладость прямо в закипевший чай, мед не станет канцерогеном, он просто придаст напитку сладость. Подготовьте указанные ингредиенты. Сорт чая может быть любым, по вашему вкусу. Вскипятите воду в чайнике. Всыпьте черный чай в заварник и залейте кипятком. Закройте заварник крышкой и дайте напитку настояться примерно 10-15 минут. Лимон ошпарьте кипятком, четверть фрукта нарежьте кружочками и выложите в кастрюлю. Добавьте остальные специи. Можно дополнить их кардамоном, лавровым листом, ванильным сахаром. Влейте в кастрюлю заваренный чай. Поместите емкость на плиту и доведите практически до кипения, выключите нагрев. Нужно прогреть специи, чтобы они отдали жидкости свой аромат и вкус. Затем влейте в горячий чай качественный ром. Не приобретайте дешевый алкоголь, иначе он вам испортит весь вкус напитка. Разлейте горячий грог в стаканы и в каждый из них вмешайте мед, подождав, пока напиток остынет до 40 градусов. Подайте к столу. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители! Подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видеорецепты. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!